Всем привет! Вы на канале Ростиксона. В этом ролике вы узнаете про токен 3X и почему стоит его выбрать в качестве оплаты услуг в интернете. Этот ролик выпускается при поддержке одного из ведущих криптовалютных бирж Gate.io. В этой бирже вы можете торговать множеством криптовалют, которые нет в других платформах. Как покупать монеты в этой бирже, чуть позже вам расскажу. Так что смотрите видео до конца. Tron – это платформа, основанная на блокчейне. В настоящее время 3X считается одной из крупнейших платформ, использующих технологию распределенного реестра. Цель создания сервиса – уменьшение потребностей в централизованных платформах как способе совершения онлайн-транзакций, и с уверенностью можно сказать, что Tron добился этой цели. В системе 3X очень легко отправлять монеты, и комиссия тоже очень мала. В кубе скорости транзакций эта монета быстро стала одним из ведущих протоколов в мире. Tron разработан для обеспечения децентрализованной системы, ориентированной в первую очередь на доставку контента. В сети есть два основных приоритета. Помимо децентрализации, система Tron также ориентирована на демократизированную систему доставки и распространения цифрового контента. Все это достигается за счет использования ряда протоколов, платформ и инструментов, работающих без необходимости дополнительных разрешений. Tron отличается лучшей масштабируемости смарт-контрактов. Скорость обработки в блокчейне выше, чем в эфириуме. Существуют также более продвинутые функции, которые разработчики могут использовать для разработки децентрализованных приложений и заключения смарт-контрактов с Tron. Платформу можно использовать для разработки децентрализованных бирж, кредитных платформ и онлайн-игр, протоколы передачи фильмов и так далее. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча других преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговать, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. Из-за использования системы Proof of Stake технический майнинг невозможен. Следует отметить, что сеть Tron работает не так, как Bitcoin. В сети используется метод делегированного подтверждения доли, который кардинально отличается от Proof of Work. Таким образом, Tron не добывается, как другие криптовалюты. Монеты уже созданы в сети. Вместо этого пользователи могут скорее зарабатывать Tron с помощью стейкинга. Чтобы получить пассивный доход, необходимо приобрести 3X, после чего пользователь автоматически станет представителем. После того, как пользователь будет выбран в качестве суперпредставителя на период 6 часов, он может заработать 32 3X за каждый созданный блок. Монета активно применяется в интернете для оплаты контента. Доступ к различной информации во всемирной паутине зачастую ограничен, однако если ее создатели работают с криптовалютами, то проблем с принятием 3X обычно не возникает. Цифровой актив задействует для пользования сотнями DApps, которые функционируют на платформе Tron. Впоследствии эти токены допускается обменять на различные криптовалюты, либо привести оплату сервисов в блокчейне. Некоторые интернет-магазины принимают 3X в качестве средства оплаты за товары и услуги. Несмотря на растущую популярность токена, с ним сотрудничает не так много организаций. Некоторые владельцы монет предпочитают хранить их в кошельках как средство инвестиций. Хоть Tron не используется многим как способ оплаты товаров и услуг, его инвестиционные ценности для трейдеров растет. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании, переходите, подпишитесь.